976 декларацій на суму понад 180 мільйонів гривень подали одесити за минулий місяць. У Державній фіскальній службі кажуть, це звичайна справа, яку має зробити кожен свідомий громадянин. Артисти не виняток, тож свій фінансовий звіт сьогодні прийшов здавати і Георгій Делієв. Він нещодавно повернувся з гастролей в США, де до сплати податків ставляться дуже суворо. Штаты, конечно, вот Штаты это самая такая налогоплательная страна, то есть там не заплатить налог, это считается очень сильным преступлением. В принципе, на мой взгляд, это очень жестко, то есть они за неуплату налогов наказывают больше там, чем за какие-то более страшные преступления. Вот, но, ну, Штаты так живут. Я считаю, что в любой стране человек должен начинать с себя, то есть начинать не откуда-то там, с министров, с президента, там, с депутатов, начинать с себя.